путешествуя по берегу реки Делавер на велосипеде и рассчитывая срезать часть пути вдоль большого поля, я встретил группу странных людей. Они передвигались толпой вдоль поля, были одеты в старинные одежды, и на голове у их предводителя были рога. Я решил, что это какая-то секта. Срезать дорогу не удалось, поскольку они поставили свой шатер как раз в том месте, где надо было проехать, в углу поля. Что они там делают? И мне пришлось вернуться через все поле назад. Другой велосипедист тоже хотел проехать. Мы обсудили вопрос, и он решил, что это скопление индусов. Я сказал, что на индусов они не похожи. Там в основном белые. Что это какая-то секта? Позднее я решил, что возможно там просто снимали кино, поскольку один из них был с фотокамерой. Здесь, на берегу реки Делавер, в Нью-Джерси, недалеко от парка переправы Вашингтона, мы видим поле, которое представляет собой проект восстановления пастбищ. Это поле является частью усилий по созданию естественных пастбищ для улучшения среды обитания пастбищных птиц и других видов диких животных. Из-за инвазивной черной акации, осенней маслины и полыни поле должно и будет расчищено и засажено местной травяной смесью в теплый сезон с использованием безвспашной сеялки. Участок будет поддерживаться путем регулярного скашивания и ручного удаления инвазивных видов, если это необходимо.